Панды – одни из самых обаятельных медведей в мире. Они очень любят кататься с горок кубарем. Выглядит это со стороны потрясающе забавно, но и таким образом они пытаются избавиться от веточек, застрявших в шерсти. Было насчитано около 11 звуков, которые они издают. Вот одни из них. Около 14-16 часов в день они тратят на еду, питаясь бамбуком. И они не впадают в спячку, потому что их питание не позволяет им накопить достаточно жиров. Эти милые медвежата-косолапики ходят, повернув передние лапки внутрь. Изначально их пятна вокруг глаз имеют форму круга, но с возрастом приобретают форму капли. В среднем эти мишки в дикой природе живут до 15-20 лет. В неволе есть и долгожители, которые доживают до 38 лет.